talking about augmented reality applications. If you're here earlier, you'll know that I'm giving away small prizes for trick questions related to the speaker. Today's phones now have cameras. They're very prolific. But the trivia question is, in what year were more phones equipped with cameras sold? Would anyone like to guess? You can shout out and I will say higher or lower. No, it's later than 1996. Later than 2001. Lower? 2003. In 2003, more phones were sold with cameras than digital cameras were sold. And in fact, by 2006, half of all phones in the world had cameras. So I'll pass the prize over. And Dennis, please go ahead. Thank you very much, Nick. Я, пожалуй, сегодня чуть ли не первый человек в этом зале, который будет говорить по-русски. Я надеюсь, по-русски понимают все. Please raise your hands those who do not understand Russian. Okay. So sorry, guys. I do hope our translators will help you. Thanks. Итак, я представляю компанию Viewdle. Что это за компания? Компания уже достаточно давно занимается тем, что формально называется Computer Vision, но на самом деле мы скорее создали модернизированную версию всем известного ничего Стругацких. Да? То есть у нас действительно понедельник начинается в субботу. Мы действительно занимаемся созданием новых магических технологий. То есть мы работаем не столько даже над математикой и наукой, сколько мы создаем новые подходы к нашей завтрашней жизни. Итак, как мы себе представляем наше завтра? Маленькое видео. Фактически наш мир очень сильно меняется, и наша виртуальная реальность становится нашей обычной реальностью. Веб-гаджеты становятся такой же частью нашей физической жизни, как фантастические некогда самолеты, машины, как те же компьютеры. По сути, каждый из присутствующих в этом зале является неким мостиком, который пытается сейчас все больше и больше соединить нашу физическую часть жизни и нашу цифровую часть. Мы пытаемся все объединить наше цифровое и физическое альтер-эго в нечто общее. На каждом этапе расширения аудитории цифровой жизни происходило очень кардинальное упрощение интерфейсов. И на данный момент мы видим все больше и больше умных устройств, мы видим все больше и больше людей, которые заинтересованы в том, чтобы эти устройства становились частью их собственной жизни. Собственно, вот Viewdle сейчас и вписывает свое имя в начало следующей странички нашего компьютеризированного общества. Мы были созданы в 2007 году группой экспертов в области распознавания образов. Сейчас наша глобальная команда состоит из 55 человек по всему миру. Наш головной офис находится в Пало-Альто, но это самый маленький наш офис, он занимается исключительно продажами. Здесь, в Киеве, у нас самая большая часть – это подразделение R&D, исследовательское подразделение, которое, собственно, и занимается магической наукой. Также у нас есть
подразделение в Южной Америке, которое занимается разработкой уже, скажем так, ну, прототипы, не прототипы, это все-таки вполне конкретные продукты под мобильные телефоны, но это скорее пробные шары в использовании augmented reality в принципе в нашей жизни. Вы также видите мощный блок инвесторов, которые проголосовали за нас своим зеленым рублем. Это и инвестиционное подразделение большого производителя мобильных устройств. Это один из величайших грандов электроники, как минимум в мобильной ее части и не только мобильной. Это достаточно известные венчурные фонды, которые традиционно инвестируют в стартапы. И даже сети, большие сети ритейл-магазинов электроники, такие как вот Best Buy. Пауль Джейкобс в свое время очень проницательно заметил. Мы в самом деле думаем, что именно это станет пользовательским интерфейсом к миру, что вы просто будете использовать свой телефон, чтобы посмотреть на объекты, которые обычно не имеют пользовательского интерфейса. Например, такие, как обычные люди. Да? И вы сможете получать информацию об этих объектах, да? Сможете воздействовать на нефизическую составляющую окружающего вас мира. Эта цитата имеет самое непосредственное отношение к casual играм, поскольку Computer Vision дает очень простой и прозрачный интерфейс к новому миру, который мы все вместе создаем. В этом плане нам действительно очень сильно помогают новые девайсы, которые вот не так давно, в принципе, появились в нашей жизни, это смартфоны. Давайте посмотрим, что такое смартфон. Разве это микроскопический лэптоп? Нет, однозначно нет. Это откровенный архаизм. Со всеми теми органами чувств, которые сейчас наделены те же айфоны, BlackBerry, что угодно, мы получаем совершенно новый уровень взаимодействия с людьми и с их владельцами. Фактически они являются продолжением наших тел в нашу цифровую часть реальности. Они знают, что расположено вокруг нас, они знают, куда мы движемся, они знают, кто перед нами. Они фактически и объединяют нашу физическую реальность и нашу виртуальную реальность, создавая одно большое реальное целостное «я», которым мы на данный момент уже все являемся. Все эти фичи ворвались в нашу жизнь очень бурно, очень активно. Сегодня, несколько ранее, Ирина из CloudMade, и, к сожалению, не помню, кто именно еще, уже упоминали ту же геолокацию, которая активно начинает использоваться в играх. Они уже упоминали социальные сети, которые являются частью нашего цифрового эго. Фактически смартфоны уже изменили нашу жизнь. Почему бы не сделать следующий шаг? Почему бы не вынести игровые площадки из стационарных или пускай мобильных, но больших и тяжелых обычных PC, да? Почему бы не вынести все эти игры из дому на улицу? Почему бы не поиграть в казаков-разбойников, скажем, в лесу? Почему бы не поиграть в те же прятки в громадной толпе, там, не знаю, на Майдане Незалежности или еще где-нибудь?
особенно с людьми, которых ты даже не знаешь. То есть ты не знаешь своих реальных противников, тебе его нужно найти. Смартфон вполне может в этом помочь. Кроме того, можно сделать другие игры. Маленькие девочки очень любят заниматься переодеванием всяких виртуальных персонажей, там, не знаю, в очки, короны, платья и так далее. Кто мешает сделать такую же игру, когда маленькая девочка берет свою самую любимую куклу и одевает физическую куклу в совершенно виртуальные наряды? То есть, эти вещи очень сильно меняют, в принципе, подходы к геймплею, подходы к организации следующего шага жизни. Мы во Вьюдле очень много работали над именно вот над интерфейсами, да, над тем, как эти технологии могут использоваться. Фактически мы сделали массу разнообразных продуктов, значительная часть которых так и осталась в нашей лаборатории, никуда дальше не вышла. Но в то же время мы приобрели просто бесценный опыт. Мы занимались мультимедийными библиотеками, мешапами, поиском. Мы фактически, компания начинала с этого. Мы создали, сейчас готовим к выходу, мы создали и выпустили уже, значит, игру с использованием Face Recognition технологии, и сейчас готовим ее, скажем, апдейт. Учли некоторые грабельки, двигаемся дальше. Более того, пока ребята занимались, пока наши сотрудники, да, занимались разработкой прототипов, продуктов, пробных таких вот технологий, мы организовали студенческий конкурс, с главной целью которого было получить принципиально новые идеи того, как может быть использована технология распознавания лиц. Давайте чуть дальше посмотрим на сами продукты. Собственно, компания начинала с обработки видеопотоков, с обработки фотобиблиотек, создавая всякие индексирующие и поисковые системы вокруг них. В результате мы для широкой публики фактически сейчас имеем Facebook Uploader, который в состоянии обработать вашу библиотеку с фотографиями, помочь вам протагать ваших друзей и зааплодить на Facebook. Кроме того, идеи, заложенные в Facebook Uploader, нашли свое продолжение немножко дальше в следующем продукте, который называется «Социальная камера». По сути, мы взяли, ну, Пикассо почти наверняка все видели, да? Facebook Uploader мало чем отличается от Пикассо, кроме, пожалуй, того, куда именно он выкладывает свои фотографии, да? Идеологически. Но фактически мы сделали совсем другой продукт. Мы, когда узнали, насколько мощны современные смартфоны, мы смогли сделать мобильное приложение. Мобильное приложение, которое в состоянии распознать ваших друзей прямо на мобильном телефоне. До того, как вы куда-либо зааплодите ваши фотографии. То есть все распознавание происходит вот просто непосредственно на вот этом реально достаточно мощном компьютере, который у вас все время с собой в кармане. Ну а дальше, естественно, вы можете распознать, протагать, закинуть на Facebook, на там, Twitter, там, кому куда удобнее. И социальная камера сейчас находится на
Android Market, вы, в принципе, это бесплатное приложение, вы вполне можете его скачать, попробовать. Оно базировано на нашем движке уже примерно полугодичной давности. И с тех пор мы несколько продвинулись дальше. WePeople – это фактически развитие этой же идеи. Это приложение, в котором оно скоро должно выйти. Это приложение, в котором мы интегрировали значительно более быстрый, значительно более навороченный движок распознавания. Плюс несколько расширился функционал. Не могу пока сказать больше деталей по этому приложению. Оно скоро должно появиться уже на Android Market. Соответственно, если вы следите за нашими приложениями, вы их увидите. Следующее приложение, Avatar 3D, это как раз творчество наших украинских студентов. В рамках нашего конкурса мы получили 5 более-менее работающих приложений. Ребятам не хватило несколько сугубо технических возможностей и навыков, умений в программировании, чтобы сделать там, действительно законченный продукт. Да? Но, тем не менее, целью нашего конкурса было совсем не это. Целью нашего конкурса было заставить людей уйти от вещей, которые первые приходят на ум, когда вот говорят вот распознавание лиц. Да? А, ну это security market, это там, не знаю, рамочки, теги. Это скучно. Мы хотели больше креативности, мы хотели гораздо больше свежих идей в том, как это использовать. Вот в частности, Avatar 3D, очень интересная штука получилась. При том, что Avatar 3D позволяет по вашей фотографии с использованием нашего движка найти некоторые ключевые точки на лице при помощи 3D Transformation Tool, при помощи отдельного 3D движка построить по этим точкам 3D модель лица и немножко ее модифицировать, просто чтобы она смотрелась смешнее, веселее, прикольнее. Само по себе приложение, ну, имеет достаточно ограниченную область применения. С другой стороны, после небольшой, скажем так, творческой доработки вполне можно сделать что-нибудь, что может прямо на ходу, в реальном режиме времени видоизменять лица людей, которые вокруг вас. Да? Если эти люди являются игроками какой-нибудь глобальной игры, они вполне могут превратиться в рыцарей, они могут превратиться, не знаю, в ниндзю, потерять свое лицо или наоборот его создать. Вы, используя подобные технологии, вы получаете кардинально другие подходы к геймплею. Еще одна разработка студентов на том же движке, но совершенно другого смысла. Представьте себе, что вы находитесь, ну скажем, в Японии. Я думаю, что минимум человек в этом зале способен понимать японский. Да? И перевода на русский, допустим, там нет. Но вам действительно очень интересно поприсутствовать на этой конференции. Там выступают какие-нибудь суперлюди, еще что-нибудь. Да? Или наоборот, у вас просто проблемы со слухом. Таких людей тоже очень много в нашем мире, поэтому есть нюансы. Значит, что делает это приложение? Оно способно обнаруживать нескольких спикеров, которые находятся перед камерой. Да? При помощи встроенной speech-to-text технологии Android конвертирует speech-to-text.
и позволяет привязать лица спикеров к тексту, который они произносят. Абсолютно никто не мешает дальше этот текст скормить Google Translate, получить, ну, пускай, может, не совсем хороший перевод, но, тем не менее, перевод того, о чем говорит спикер. Более того, дальше из этой стенограммы вы вполне можете, я не знаю, там, сделать шпору по философии, да, если вы студент. Вы можете дальше потом опубликовать где-нибудь на веб-сайте, что угодно. То есть, опять же, это приложение действительно прекрасно тем, что оно показывает кардинально новые способы, кардинально новые подходы к жизни. А вот немножко про игры. Да, у нас тоже есть игра. Мы попытались сделать, ну, фактически первую игру с использованием технологии распознавания образов. Ее главная задача – вытащить вас из-за столов, из офисов, из квартир, вытащить на улицу и попытаться заставить вас поиграть в реальной жизни. Она сама определит, кто вы. Вампир вы, человек или там еще кто-нибудь. Она позволяет посмотреть на поле боя. Выглядит это примерно вот так. Определяем, кто вы. Вампир. Человек. Опять вампир. Можно защищаться, нападать. Можно делать фактически все, что угодно. Тут же получать картографическую информацию. Что с этим делать? Vudl не является гейм-девелопером. Что с этим делать, решать вам. То есть единственное, что мы даем вам инструменты для этого. Пока делали эту игру, парочка наших гениев немножко обчиталась Гарри Поттера и оттачивает свое мастерство за казенный счет. Я уверен, что практически каждый из вас мечтал в детстве иметь волшебную палочку, правильно? Но, казалось бы, здесь у нас получается один участник, одно заклинание. Как-то грустно. Это замечательный способ вдвое увеличить глаза нашего финансового директора, поскольку... Уже два человека занимаются фактически детскими занятиями. Причем тот, который слева, явно эффективнее использует эти деньги. Вот. Но, скажем так, хорошо, здесь все замечательно, да? Но там есть немножко читерства. Специальная палочка, специальные там магические технологии передачи данных. Как насчет обычной деревяшки? Здесь уже глава нашей продуктовой команды не удержалась и решила наложить парочку заклинаний на исследователей, чтобы они немножко быстрее работали. Мэрисель фактически берет просто обычную пластиковую палочку и водит ей. Да, и мы в состоянии опознать кончик этой палочки, распознать траекторию, сохранить и так далее. Это на самом деле несколько проще даже, чем распознавание лиц, поэтому нам было это достаточно легко сделать. Но с другой стороны, хорошо, вот выходим мы куда-то на улицу, да, в метро с волшебной палочкой. Как-то странно, не сильно удобно. Да? Мы все уже родились с действительно замечательным магическим устройством, которое есть у нас у всех. Да? Мы можем помахать, мы можем что угодно делать. Да? Даже когда у нас рот полностью забит, мы совершенно спокойно можем сказать и продолжать жевать свой попкорн дальше. На этом слайде... Наш экспериментальный, скажем так, макет приложения по управлению
медиаконтентом, который у вас есть. Я не скажу, для какого устройства это он предназначен. Устройства нынче настолько разнообразны и неожиданны, что всяко возможно. И, естественно, все эти разработки приводят к тому, что нужно очень сильно менять подходы к организации экрана, к организации управляющих элементов на нем, к, в принципе, способу взаимодействия с устройством. И вот, собственно, в этом мы и видим нашу роль. Да? Мы видим роль Viewdla как проводника к нашей новой реальности. Мы фактически являемся сталкерами, если говорить языком Стругацких, между цифровой и физической реальностью, которая все дальше и дальше у нас объединяется. То есть наша задача – дать вам инструмент. В чем же тогда ваша задача? Да? Большую часть наших работ мы уже фактически выполнили. Теперь ваше время нырять с головой в совершенно новые, неизведанные рынки игр, да? Создавать эти рынки, высвобождать действительно безудержную фантазию дизайнеров геймплея, дизайнеров UI, чего угодно. Вот и что важно для нас, это вытащить чахлую молодежь из-за компов, выгнать разжиревших игроков умеренного возраста на улице, дать им возможность шевелиться. И фактически включить реальную игру в реальную жизнь, в нашу вот новую реальность. Спасибо. Thank you for a fascinating presentation. We have time for one quick question while set up okay. The next presentation. So, Andre, please go ahead and set up. Do you have any questions? Can I ask in English? Yeah, sure. I'm very interested in your products. Actually, hand gesture recognition, I was writing my thesis on it. So, the hardware, I'm interested. Are you using a sensor like Kinect or stereo vision, only one camera? Just one camera, okay. That's it. Is the segmentation rates about the hand are adequate enough to serve to the market? I mean, with complex backgrounds, how does it work with direct sunlight and complex textures? I'm really short on time, and you are asking very technical questions. If you'd like, we can speak. Sure. Thank you. Okay. Please join me in thanking the presentation. Thanks.